Рядом стоят мальчик и девочка. Здесь надо внимательно слушаться, задача крайне простая, но надо понять, услышать, что рядом стоят мальчик и девочка. Я мальчик, говорит тот из них, кто с черными волосами. Я девочка, говорит тот, кто с рыжими волосами. Если точно известно, что хотя бы кто-то из них врет, то кто мальчик, а кто девочка? Я девочка, говорит ребенок с рыжими волосами. Сильное утверждение. А почему? Почему оба врут? Если один врет, то и второй тоже врет. Да, потому что если один говорит, что я мальчик, это неправда. А другой говорит, что я мальчик, это правда? Замечательно. Когда есть мальчик и девочка, и они отвечают, они вот так говорят, я мальчик, я девочка, то действительно, либо они оба сказали правду, либо они оба соврали. Поскольку в задаче сказано, что хотя бы кто-то соврал, то автоматически получается, что на самом деле соврали оба. И поэтому нас по жизни тот, кто сказал, я мальчик, это девочка с черными волосами, а тот человек, который сказал, что девочка, это на самом деле мальчик. И это с рыжими волосами. Отлично, решили эту задачу.